и потом это был полный пижаж на солнце, я обгорел. На самом деле некоторых старых автомобилях до сих пор не применяют никакую механику. Вот этими вот ногами вкусишь, и жажа получилась. Ну, в общем, дрожжи, которые, которые живут в вине, они начинают, они начинают переваривать сахар, который есть в вине. Когда они съедают весь сахар, сахар расщепляется, глюкоза C6H12O6, сюда аж 5OH. И две молекулы CO2. То есть много углекислого газа, соответственно, очень теплый процесс, нужно контролировать температуру, чтобы она не скисла. Дрожжи работают до 30 градусов, потом они умирают. Поэтому, если остановить процесс брожения в середине, это будет сладкое вино. Поэтому я пью пиво. Злые дрожжи справились. Потому что останется сахар.